Всех приветствую. Я хочу вам показать, как можно легко и просто, очень быстро поменять цвет этого платья. Можно применить горячие клавиши Ctrl-U или просто перейти вот сюда, вот в изображение, коррекция, выбираем цветовой тон и насыщенность. В этом окне внизу влево нажимаем на изображение руки такой. У нас появляется пипетка. Подводим эту пипетку к платью, в данном случае синему, и кликаем просто, давая программе понять, какой цвет мы будем менять. Теперь в этом окне цветовой тон насыщенность. Мы берем ползунок цветовой тон и просто перемещаем его влево или вправо. Соответственно, видим, как меняется у нас цвет платья. Смотрите, можно такое сделать. И это, заметьте, без всяких масок и слоев. Вот такое или такое. Точно так же насыщенность можно подвести более насыщенным, сделать такое. Или менее насыщенным. И яркость более яркая и менее яркая. Вот так, буквально в два клика можно легко поменять цвет своего платья. Но это что касается, если этот цвет только у вас на платье. Ну а если цвет еще где-то рядом, такой же синий, то, конечно, этот способ уже не подойдет. Но об этом я расскажу уже в следующий раз. До новых встреч. Всего вам хорошего.